казанских школах прозвенел последний звонок. Теперь впереди у ребят трудное испытание – сдача единого государственного экзамена, а после поступления в вузы. Но сейчас на короткое время можно выдохнуть и гордо назвать себя абитуриентом. В этом году казанские школы заканчивают почти 6 тысяч 11-классников. И все они собрались на Кремлевской набережной, чтобы отметить окончание школы. На самом деле очень такие волнительные, потому что я сегодня даже плакала, хотя я, наверное, почти целый год просто школу даже не посещала. А сейчас я начала осознавать то, что очень грустно, потому что, не знаю, последние дни все мои одноклассники, они такие классные, и я люблю их просто безумно, как и наш экзамен. 11 лет, ровно столько времени прошло с их первого школьного звонка. Каждый ученик уже привык к его звону, но сегодняшний колокольчик они запомнят на всю свою жизнь. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.